Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин, тема «Богослужение». Вопрос 487. Если нет возможности отстоять в церкви Марьи Настояния, а прочитать канон дома, то можно ли в четверг есть с маслом? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Церковь поступает с нами, дает определенные послабления как совершенно неразумными – вымеряя нам каждый шаг. Это интересно и приятно. На пятой неделе Великого Поста в среду вечером в церкви читается единственный раз в году полностью на одном богослужении Великий Канон Андрея Критского. В этот же вечер молятся Марии Египетской. Это моление в простонародье называется Марийным стоянием. На всех возгласах «Помилуй меня, Боже!» и обращениях к святым делаются земные поклоны, количество которых достигает до 300. Ради таких физических подвигов, чтобы восстановить растерянные калории, дается разрешение на следующий день, то есть в четверг употреблять растительное масло. Условия этой игры должны быть приняты серьезно. Если дома не молился со всеми земными поклонами, то до субботы масло не вкушай. Во время Великого Поста в разных местностях и разных монастырях постились по-разному. Никогда не переходи из одного устава в другой, ища послабление. Все должно быть по-честному. Премудрость Соломон 1.4 В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенному греху. Попутно сказать немного о житии Марии Египетской. В ее биографии нет ни одного шага, основанного на Евангелии. Конечно, подвиг 47 лет страданий таких, но сравни с Марии Магдалины. Это скрылось в пустыню и дали разговор только о чудесах, стоянии в воздухе, похоронах львом, а вторая дошла даже до императора, благовестую воскресшим. Сегодня никто даже не пытается сказать, что путь Марии Египетской – это путь самоизмышлений, совершенно не касающийся Евангелия и указаний Христа, идти к погибающему миру со словом благовестия.